поборется. Левицкий не уступит. Бодров также сел на кружку нижегородцу. Ермаков! Ничего себе! Ничего себе! Словно из пращи сейчас шайба вылетела. Но вот так, да? Третий бросок вот с этой позиции. Ну, точнее, второй бросок с этой позиции у Ермакова. Первый случай он бросать не стал. Отдал передачу, потом попытался застать расплох Проскурякова. Не свезло, а вот здесь все получилось как нужно. Ювелирный по точности бросок. Давайте еще раз посмотрим. А гол-то из чего получился?